Российские водолазы отправились на место предполагаемого обнаружения обломков вертолета, пропавшего в четверг. Рано утром в воскресенье норвежские спасатели подтвердили, что подводный аппарат обнаружил на дне Гренландского моря на глубине около 200 метров обломки, оборудование, кабины и личные вещи. Поисковая операция свернута, хотя, по словам представителей обеих стран, пока рано со 100% точностью говорить о том, что найден именно российский Ми-8. В Норвегии сообщили, что уже заключен контракт с судном, способным поднять обломки со дна, и уже в среду оно прибудет в район катастрофы. На борту вертолета авиакомпании «Converse Avia» находились 8 человек, 5 членов экипажа и 3 научных сотрудников. Он следовал в Баренцбург, российский поселок на Шпицбергене. Машина упала в море, не долетев десятка километров до места назначения. Никаких сообщений о неисправностях экипаж не передавал.